Всем привет! Это канал Hard Reset Info, и в сегодняшнем ролике я вам расскажу, как включить или выключить автопроигрывание на Твиче. Итак, мы заходим в приложение Твича, нажимаем на наш профиль, переходим в настройки и видим здесь автопроигрывание видео. Мы можем его выключить или разрешить проигрывание исключительно по Wi-Fi. На этом все, я надеюсь, это видео было для вас полезным. Если у вас остались какие-либо вопросы, прошу задавайте их в комментариях. И всем удачи!